Здесь пригодится глаз Нихалея. Здесь пригодится глаз Нихалены. Просто, правда? Посмотрим, куда ведет проход. Чувствуешь? Слева поток свежего воздуха. Там, наверное, выход. Хорошо, давай выбираться. Постой, еще же магический светильник. Что магический? Светильник. Эльф обещал его мне в обмен на помощь. И коль скоро он вряд ли сюда вернется, я попробую найти его сама. Если только смогу, ты поможешь? Ладно, помогу. Отлично, тогда пойдем. Вялаглан! Здесь мы точно что-нибудь найдем. Очередная загадка. Здесь надпись. Покажи. Ты можешь перевести надпись? Я понял, едва ли треть, да и выходит бессмыслица. Надо подумать. Никогда не была сильна в высоком стиле старшей речи. Трудно. Я переведу дословно, опуская изощренные внутренние рифмы. Переведи, чтобы было понятно. Четверо стражников несли ясное пламя, все в один ряд. Первый не шел с краю,
Второй, что шел рядом с первым, играл печальную песню. Третий шел рядом со своим верным зверем. Четвертый не шел рядом с первым, но исполнял музыку, как и второй. И так стерегли они свою королеву, что уснула под звездами. Да, похоже на загадку. Ну ладно, попробуем с этим разобраться. Подожди, подожди. Что-то произошло. И правда, как будто за стеной что-то сдвинулось. Получилось! Чья это могила, как думаешь? Жаль, что надписи нет. Знак чайки. Если бы я не знал, где похоронена Лара Доран, то предположил бы, что это ее гробница. Может, это просто памятник? Эльфы не стали бы увековечивать память о ней таким способом. Для некоторых она героиня трагической легенды, но большинство считают ее предательницей, которая получила по заслугам за свадьбу с Крёгининым из Лёда. Может быть, этот эльф в родстве с Ларой? Ну, это объяснило бы, зачем он помогает Цири. Возможно. Ты это ищешь? Ага! И что оно делает? Надеюсь, я смогу его включить. Ну что, пойдем отсюда? Отлично. Ах, как гнусно это тебе.
Вперед. Идем? Иллюзия. Наконец-то. Но дело того стоило, правда? Ты все-таки узнал что-то о Цире, что-то важное. Ты собираешься на Кривоуховой топе? Потом обязательно мне все расскажи. Не знаю, представится ли случай. Геральт, мужчины делятся на тех, кто использует случай, и тех, кто этот случай создает. Я всегда была уверена, что ты принадлежишь к последним. Кроме того, я хотела тебя кое о чем попросить. Ну, так что, ты еще заглянешь? Конечно, я тебя навещу. Я буду ждать. Будь здорова, Кейра.
чужой! Лучше в те болоты, вроде нильфы-то злые. Понемножку. Нечего, Денька говорила, чтобы вас просветить. А. Что я сейчас и делаю. Чтоб заразы избежать, нужно об этой... Ведьмак, жаль, не забирайте детей. А кроме того, воды прямо из колодца не пить. Жоп тебе надо мыть раз в неделю. А воду для питья над огнем победить. Не разорваться же мне. Ну что там? Нелегко сейчас. Ой, нелегко. Может и есть. Покажи свои товары. Бывай. Лихо лесное не спит. Покажи мне свои товары. Бывай.
мне старика к ручью послать? Он его поймает чего? В поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кейры. Цири так и не попала к эльфскому чародею. Зато туда добралась дикая охота, которая все еще опережала Геральта. Когда казалось, что все пропало, Кейра навела ведьмака на новый след. Она рассказала ему о ведьмах с кривоуховых топий. Бог пожелал 6 поросей, а ты одного дал и того павшего. Не диво, что он нас проклял. А, что же с нами будет? А ты прокисшее вино приносил. Чары эти, сколько из-за меня, столько и из-за тебя. Что вы тут делаете? А этот что, с луны свалился? Приносим дары Всебогу, понятное дело.
И вы можете его о помощи попросить, если есть у вас подходящие дары. Потому как нашими он побрезговал и проклятие на всю деревню наложил. Всебог, говорите? Первый раз слышу. Это какое-то новое божество? Старое, да еще какое. Еще наши деды его почитали. Говорят, было это так. Рослый с рудника пришел сюда хворост собирать. И вдруг один куст ни с того ни с сего огнем полыхнул. А из-под земли голос послышался, что потребовал жертв и послушания. С тех пор и приходим мы сюда с дарами. А взамен Всебог нас опекает и от беды хранит. Ага. Оно и видно. А что не так с вашими дарами? Не шутите. Видите же, что мы одни огрызки принесли. До войны я бы такого даже псу не дал. А что делать? Такие времена. А будет еще хуже. Всебог сказал, что покуда не получит хоть куска солонины и бочки пива, реки будут наполняться лягушками, а урожай у нас будет жрать какая-то скоронча. Я бы мог за вас заступиться перед этим божеством. Что-то мне подсказывает, что мы найдем общий язык. Ну, попробовать не мешает. Чтоб с ним говорить, вы должны стать перед алтарем и крикнуть: «Всебог, помоги несчастному в беде!» Чужака-то он, может, послушает. Всебог, помоги несчастному в беде. Пожалуйста, пожалуйста. Зачем ты нарушаешь мой божественный покой, смертный? Потому что я хочу, чтобы ты, твоя божественность, изволил взять назад проклятие, которое только что наслал. У этих крестьян правда нет. Или они принесут мне достойные дары, или придет засуха, град, землетрясение и лавины. Я сказал. Лавины? Здесь? Это откуда же? Не отвечает. Что поделать, пойду его поищу, так и закончим разговор. Голос шел откуда-то из-под земли. Иллюзия. Беспокоить мою божественность. Геральт из Ривии, приятно познакомиться. Я подозревал, что у Всебога есть телесное воплощение, но не ожидал, что оно такое большое. Неплохо ты откормился за счет этих бедолаг. Так уж и за счет. Я им взамен помогаю. Благословляю, отпускаю грехи, советы даю. И поверь мне, людям это необходимо. Я бы о них и дальше заботился, но они не соблюдают договор. Приносят мне в жертву какие-то несчастные объедки, которые... Которые они вынули изо рта у собственных детей. А ты еще и проклятие на них наслал. И не сниму, пока они не принесут приличных даров. Что мне, радоваться простокваши и мерки проса? Не бывать этому, так им и скажи. Давно ты сидишь в этой норе? Лет 100. Была зима. Я тут укрылся, развел огонь. Такой большой, что пламя через расщелину подожгло кусты на горе. Я раскашлялся от дыма и вдруг слышу, какой-то крестьянин. Голос ниоткуда кричит. Чудо! Ну так я и стал божеством. Скорее паразитом. Может и так. Только кто в таком случае Фрея и Милителе? Они ведь тоже ничего не дают в обмен на жертвы и молитвы. Со мной хоть поболтать можно. Послушай, ты жертрест. Или ты будешь довольствоваться тем, что получаешь, или я скормлю тебя вороном.
Чёртовы реформаторы! Ну хорошо, хорошо! Я могу питаться скромнее, но только до конца войны, и ни дня дольше! Может, поднимешься наверх? Посмотрим, что там как? Что нового? Я разговаривал со Всебогом лично. И что он? Смилуется над нами? Смилуется. Он обещал принимать все, что вы ему принесете. Говорил же я. Говорил, что Всебог милосерден. Что он поймет. Спасибо тебе, ведьмак. А, ну и так, на прощание. Вы знаете, что здесь под горой есть склеп? Загляните как-нибудь. Интересная там архитектура. Пошла. Не любишь серебро, да? Говорят, хозяйки добрые, хозяйки милостивые. Отдохни. Разве ж это важно, откуда жратва? Лишь бы низко было. Это и есть, а что ведьмак страшен. Ты, миленькая, зверя, там уж сами чьи замы, а окна позакрывай. Я вот слышала.
Вот нам являются. Матушка, я же вам говорила уже, никакие это не призраки. Это бароновые люди себе скачки устраивают. Убери меч! Не трогай, лишь бы низко была. А что труп его под березкой закопали, так это не моя вина. Бегите! Не сидел все время в корчме. Тебе чего? Хочу с ворожеем поболтать. Так ты опоздал. Сейчас мы с ним болтать будем. Чего вы от него хотите? Пускай получит, что заслужил. Что он сделал-то? Он поворожил и сказал, мол, у Эдрика кишки плохо уложены, и велел есть рябину. А Эдрик от этой рябины в нужнике, считай, поселился. И весь в коросте. Так уж вышло, что колдун мне нужен живым. Если я расскажу, как вылечить Эдрика, оставите ворожея в покое. А ты сам-то кто, собственно, будешь? Ведьмак. Ведьмак? Уважаемый! Или у нас в Верине урожай на ведьмаков, или этот самый хрыч порезал наших в корчме на распутье. У тебя сегодня плохой человек насолил приятелям Эдрика. Эй, есть там кто? Открывай, не бойся. Кого духи несут? Чего он хочет? Мне нужна помощь. Человек, а волк. Седой, а не старый. Его-то ворожей и ждет, пождет. Ты ждал меня? Кости мне так предсказали. Придут те, что смердят насилием и смертью, но волк их прогонит, белый волк. И пришел, ворожба не врет. Узнаешь вещицу? Сделанная из елового дерева, пахнет можжевельником. Она должна была кого-то оберегать? Свежая ель козьей кровью окроплена, кадилом можжевеловым окурена для Анны на охрану. Ты его сделал? Ворожей сделал, как предки учили над мертвой водой в свете полной луны. Это хороший амулет, зря сняла. От чего он ее должен защищать? О,
Злые силы оно окружили, во владение взять хотели. Старая магия, что родится из небытия, течет из черных истоков. Старая магия? А точнее... Об этом болтать не можно. Этого касаться не дозволено. Ворожей мог дать только чуточку для охраны. Ничего больше поделать не мог. Анна и ее дочь пропали. Ты знаешь, где они? Нет, нет, нет. Ворожей не знает. Но духи могут знать. Ворожей ворожить будет, духов спросит. Пусть будут духи. Лишь бы понять, где их искать. Искать, искать. Лучше княжны, княжны никто, никто не ищет. Что еще за княжна? Княжна, коза, убежала. Перепугалась, наверное. Может, вернемся к делу? Без козы? Без козы не выйдет. Ты шутишь? Не буду я бегать за козой. Нет козы, нету и ворожбы. Ты начинаешь действовать мне на нервы. Никуда я не пойду. Нет княжны, нету и ворожбы. Ведьмак, найдешь мою княжну? Как найдешь, так я тебе ворожбу учиню. Забудь, я не стану бегать за козой. Нет княжны, нету и ворожбы. Ведьмак, найдешь мою княжну? Как найдешь, так я тебе ворожбу учиню. Ладно, схожу за ней. Колокольчик, колокольчик любит. Позвонишь ей, она и придет. На минуточку. Только берегись земляники и дикой малины. Да я их близко не подпускаю. Это коварное чудище. Наверное, сюда.
Теперь пошли к ворожею. Понятно, что земляника интереснее, чем ведьмак. Туда, милостивая госпожа. Мне правда надо все время звонить, чтобы ты шла? Пойдем, отведу тебя к ворожею. Он сохнет от тоски. Ты куда лезешь? Глупое животное! Мне правда надо все время звонить, чтобы ты шла? Нежна, не убегай от ворожея, там же волки. Козенька, козя милая. Мне тоже очень приятно, но я немного тороплюсь. Анна и Тамара могут быть в опасности. Белый волк помог, ворожей тоже поможет. Кровь! Надо крови живого существа! Хорошо, сейчас вернусь. Подойдет? Живет, а и не умерла. Что, все уже? Все. Духи больше ничего не сказали? Например, куда они ушли и где их искать? Пришел за ворожбой, я ворожбу и даю. Они ушли, дитя осталось. Чье дитя? Анны. Анна была беременна? Была и скинула. И барон ничего не сказал. Может, боялся, может, стыдился, может, не помнил.
А может, помнить не хотел. Это Анна тебе рассказала? Она была здесь после того, что произошло? Не было Анны. Это ворожба сказала. Ну, значит, так и есть. Не твоя вера делает ворожбу правдой, а ворожба тебя до правды довести может. Барон как-то был связан с выкидышем у своей жены? Человек он порывистый, горилки не сторонится. А после горилки нрав у него еще круче. Он издевался над семьей? Анна была у тебя, ты должен был что-то заметить. Ворожей старый, слепой, но княжна пришла и руку ей полизала. И что же? Мудрый она зверь, только к тем приходит, какие страдают. Что стало с ребенком? Без обряда его закопали. Вот он и проснулся. Блуждает, мести ищет. И Гоша. Белый волк, мудрый волк. Поймает Игошу, Игоша поможет, приведет к родным. Игоши высасывают кровь у беременных и пожирают их плоды. Они не помогают. Потому как прокляты. А ведьмаки проклятие отводят. Ежели белому волку не повезет, пусть кровь принесет. Кровь всегда родную кровь найдет. Зачем тебе кровь? Кровь, кровь, кровь! Вяжет людей навеки, живых и мертвых. Я понимаю, но что ты хочешь с ней сделать? Иногда брат с братом из-за 100 лет не договорятся. Умирает один, пока с другим в ссоре. Второй тогда кровь его ворожею приносит. И что делает ворожей? Дядов поджидает. Берет кровь, молоко, травы и куриные когти. Мешает, пьет и мертвого с живым примеряет. В этом году дядов не будет, но мы и так справимся. Я слышал, одному ведьмаку удалось расколдовать Игошу, но сам я этого никогда не делал. Знаю, что нужно его закопать под порогом. И имя дать. Аймройн провести. Обряд именоречения? Это эльфский обычай. Человеческий, эльфский, краснолюдский, самый древний. Духом до расы дела нет. Духа умилостивишь, дух тебе поможет. Спросишь, ответит, дорогу покажет. Я не ослышался? Ты упомянул дяды? Это же очень старый обряд, я думал, его забыли везде. Здесь смерть таится всюду. Людишки-то знают, что каждый приставиться может, прежде чем дела завершит. И тогда помочь ему нужно, иначе он покоя не сыщет. Яды провести нужно. Зажечь сальную свечу, чтобы он дорогу во тьме нашел. Позвать его по имени, утешить его в скорби. Тогда он с миром отойти может. Что бы там ни было, сначала мне надо найти Игошу. В полночь ищи, у могилки пустой. Если ты прав, где находится могила, должен знать барон. Белый волк, мудрый волк. Чего ему нужно? Люди из деревни часто тебя навещают? Ну, конечно. У кого дело есть, тот приходит. А с чем приходят? Если кто хочет с покойником примириться, потому как тот к нему является. Но тогда уже нужно до дядов обождать. Или если у кого злой дух в хозяйстве шарудит, тогда ворожей его выгонит. А если бы я захотел, ну не знаю, любовный эликсир? Тогда бы я колдунье отослал. Не ворожея это дело. Мне кое-что нужно для эликсиров. Покажи, что у тебя есть на продажу.
Мне кое-что нужно для эликс... Будь здоров. Люди! Ну куда? Элли, спаси! Люди, прячьтесь! Прячьтесь! На! В замок молния ударила? Давай! Люди! Замок! Видел его кто-нибудь? В конюшню пошел вроде. Что? Горит. Вы что, не видите? Почему никто не тушит? Так все боятся. Воронка кошалеет. Так пощады не жди. У меня брат в конюшне. Спасите его. Не то живьем сгорит и он, и кони. Попробую. Быстрее! Брат мой, конечно, я стал.
Ну, славная работа. В поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цири. Ведьмак отправился туда в компании Кейры. Цири так и не попала к эльфскому чародею. Зато туда добралась дикая охота, которая все еще опережала Геральта. Когда казалось, что все пропало, Кейра навела ведьмака на новый след. Она рассказала ему о ведьмах с кривоуховых топий. Вот он, герой! За этих лошадок я тебе прощу даже тех пидоров, которых ты в корчме порезал. Я знаю, что у твоей жены был выкидыш. Это было до или после того, как ты ее избил до полусмерти? Ты на что намекаешь? Не держи меня за идиота, ты ее много лет колотил. В конце концов, они не выдержали и убежали. Так? Они убежали от тебя. Врёт, пидор! Надо поговорить. Садись. Ты их бил. Я на Тамару в жизни руки не поднял. А на Анну? Анна — это другое дело. Она всегда знала, как меня достать.
Чем тебя так жена доводила? Суп пересаливала? Носки не штопала? Мы 20 лет вместе. Она меня видела и пьяного, и трезвого. Она рядом была, когда я победителем возвращался, и побитого перевязывала. Она одна знает, куда нажать, чтобы было больно. И за это ты ее колотил? За то, что она тебя бронила? Эх, ведьмак, да что ты понимаешь? В общем, может, когда-нибудь я тебе расскажу. Ну, когда-нибудь, не сейчас. После того, что я видел на дворе, сложно поверить, что для Тамары ты был любящим папочкой. Да и не верь. Только она всегда для меня была светом в окошке. Она могла здесь делать, что хотела. Вон, спроси любого. Она верхом ездила, охотилась, иногда отправлялась в разъезды с моими людьми. Это ее присылали ко мне, когда я в бешенство впадал. Только она одна могла меня успокоить. Если у нее была здесь такая безмятежная жизнь, зачем она убежала? Если б я знал, ты был бы не нужен. Ты с самого начала знал, что они сбежали? Знал. А почему мне не сказал? Ты потратил мое время. Узнай ты, что я за собственной семьей уследить не могу. Ты меня размазнёй считал и ни хера б не уважал. Рассказывай все, что помнишь, начиная с дня побега. И в этот раз я хочу слышать правду. Я тогда пил третий день. Ну, пришла Анна и сказала, что они уходят. Я умолял ее, чтобы они остались. Но она не слушала. Я пытался ее удержать, а она вырывалась и, ну, упала. А больше ничего не помню. Проснулся утром в обоссанных портках и с шишкой на голове. А их уже и не было. Ведьмак, сука, ты знаешь, каково мне теперь, а? Да, хер ты что можешь знать. Ничего у меня не осталось. Ничего. Только бутылка. А как же следы борьбы, которые я обнаружил в комнате? Как же дыра в стене? Разлитое вино? Мы сцепились. Она пыталась меня подсвечником по башке отоварить. Но угодила сначала в стену, потом в столб. Я отступил, налетел на стол. Ну, разлил вино и поскользнулся. Анна воспользовалась моментом и на лестницу рванула. А все время с этим чертовым подсвечником в руке. Я ее на лестнице поймал, мы упали, я уж думал, все, схватил ее. Она вывернулась и меня подсвечником по голове шарахнула. У меня в глазах аж потемнело. Я, может, даже на минуту выключился. Тамара была там же? Она все видела? Ну, разве что из-за двери, она в комнату-то не входила точно. Жаль. Тогда, может, иначе бы все сложилось. Я на нее едва взгляну, и сразу как-то спокойнее становится. Что было потом? Потом? Потом было еще хуже. Я потом снова проснулся. Солнце заходило, а сколько дней прошло, я не знаю. Я думал, все это гребаный кошмар. Пошел в спальню, а Анну уже не застал. Зато всюду была кровь. Я тогда уже знал. Она потеряла ребенка. У меня ком к горлу подступил. Я подошел к кровати и увидел ее. Она лежала там, маленькая, беззащитная. На окровавленных простынях. Мертвая. Из-за меня.
Из-за тебя или нет, но талисман, который носила Анна, мог быть как-то с этим связан. С выкидышем. Что ты сделал с ребенком? А что мне было делать? Вынес да закопал. Вот так просто? Не думал я тогда о погребении-то. Просто хотел, чтобы все закончилось уже. Я об этом ребенке ж мечтал. Я о Нете говорил. Вот он родится на свет, и все изменится к лучшему. А он умер, прежде чем родился. Мой ребенок умер. Понимаешь, ведьмак? Я сочувствую тебе. Спасибо. Надеюсь, ты найдешь свою Цири. По договору, сперва я должен отыскать Тамару и Анну. И все идет к тому, что в этом нам поможет твоя неродившаяся дочь. Как это? Бывает, что выкидыш, если не провести обряд погребения, перерождается в Игошу. Во что, сука? Это проклятые существа, которые черпают силу, убивая беременных женщин. Когда они становятся достаточно сильными, они нападают на тех, кто причинил им зло. Но как? Откуда они знают? Благодаря узам крови. И эти узы я собираюсь использовать, чтобы найти твою семью. Как? Есть два способа. Предания гласят, что Игошу можно ритуально похоронить под порогом дома. Тогда он превратится в чура. Это такой дух-хранитель, который сможет привести меня к твоей семье. Ага, а что второй способ? Убить Игошу и взять немного крови. В этом случае мне понадобится помощь ворожея. Не убивай моего ребенка, а? Он и без того настрадался. Ты расколдуй его. Пусть он, наконец, упокоится. Я пока не знаю, что делать. Делай, что хочешь. Только избавь мое дитя от страданий. Прежде всего, Игошу нужно найти. Я покажу тебе, где я ее похоронил. И я выкопаю эту самую могилу под порогом. Она и так эдак пригодится. Если превратить Игошу в чура не получится, будет где похоронить нас обоих. Чем быстрее со всем разберемся, тем лучше. Лучше всего сегодня в полночь. Тогда давай тут подождем. А ближе к полуночи выйдем, я покажу тебе могилу. Вели людям сидеть по домам, и пусть насыпят под дверью черту из соли. И постарайся протрезветь. Взять лопату? Ну, чтобы могилу раскопать. Бери, пригодится. Только могилу раскапывать не понадобится. Еще немного. Давай за мной.